А глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел заседание Республиканской комиссии по ЧС, заслушав доклады о ходе аварийно-восстановительных работ в тех районах республики, которые пострадали в результате обильных ливневых дождей в конце июня. Восстановление дорожного полотна, расчистка водоотводных каналов и разбор каменно-грязевых масс еще продолжаются в отдаленных населенных пунктах. Отдельная тема – помощь людям, чьи домовладения были подтоплены в ходе сильных ливней. По результатам работы оценочных комиссий органов местного самоуправления, домовладельцам, которых был нанесен ущерб жилым помещениям, также тем, чье имущество первой необходимости было частично или полностью утрачено, будет оказана единовременная материальная помощь.